Я не пришел сегодня, чтоб судить. Я не пришел сегодня тебя ранить. Но благодать хочу ведь я излить, чтоб оживить сердечко, что устало. Я не пришел сегодня обличать. Я не хочу, чтоб ты изнемогала. Но я пришел тебя, чтоб врачевать, обнять своими нежными руками. Я не пришел сегодня говорить, что не нужна, что ты уже забыта, но я пришел, чтоб сердце исцелить, которое устало в этой битве. Я не хочу сегодня открывать твои грехи, я их хочу очистить, чтобы могла и дальше ты шагать свободно и легко по этой жизни. Я пришел утешить, кто устал. В цепях греха хочу им дать свободу. Я пастырь добрый, жизнь свою отдал. А что ты мне даешь взамен, народ мой? Я Дух Святой послал ведь для тебя. Я сделал так, чтоб ты уже проснулся. Но где же благодарность есть твоя? И почему сегодня отвернулся? Я пищу подавал в пути для вас, я слышу все молитвы, я их знаю. Но нет любви сегодня у тебя, жестокость сердце наполняет. Я не хочу сегодня обличать, но посмотри, вокруг поля белеют, уж скоро встреча, небо ждет тебя, а ты к земле так тянешься всем телом. Твой дом не здесь, не здесь твоя награда. Мои шаги проходят над землей, труба звучит, совет проходит в небе, и песнь за песней льется в облаках. Даю я ныне для тебя источник, который не иссякнет никогда. Не умолилась сила благодати, и кровь моя способна освящать, хоть враг нанес болящие так раны, но я сегодня буду врачевать. Пройдет очистка, свято мое имя, ведь небо принимает лишь святых. И если хочешь быть в рядах спасенных, то ныне грех у ног моих сложи. Вы были так измучены, блуждали, тогда никто на помощь не спешил. Когда у рва погибели лежали, то я пришел с бальзамом для души. Так почему сегодня унываешь? О, разве ты забыла эти дни? Как я к тебе когда-то обращался и ныне говорю еще в любви. Ты не забыла, нет, ты это помнишь, когда совет тебе я подавал. Так почему же силы оскудели, и почему не слышно твоих слов? Скажи, как есть, умолкла твоя песня, открой же сердце снова, я зову. Одежды белоснежные чудесные, но разве ты не хочешь быть в раю? Я знаю, хочешь, ты туда стремишься, но сила оскудела по пути. Уж близко избавление твое, и этот день, он быстро наступает. И как хочу, что встретили его в готовности, всю землю оставляя. Я не пришел сегодня, чтоб судить, но я сказал, что эта встреча близко. Пускай одежда будет в чистоте, и окунитесь ныне в благодать, которая дается еще небом. Слава Богу.